Альбина Кудапина уже 15 лет заботится о комфорте самарцев. Трудится в муниципальном предприятии благоустройства. Приходится выходить на службу в любое время суток, чтобы при любых изменениях погоды горожанам было удобно добираться на работу, с работы по другим делам. Выходим, работаем, чистим тротуары, дороги, чтобы жители наши радовались. Когда свой труд видишь, это очень даже бальзам для души. Снегопад, который начался в эти выходные, еще с большей силой продолжился в начале новой недели, для городских властей, а также профильных служб сюрпризом не стал. В прошлом году снег появился раньше, и его было в разы больше, говорят в департаменте городского хозяйства и экологии. За последние сутки выпало около 13 сантиметров снежного покрова. Коммунальные службы подготовились с учетом прогнозов синоптиков. Работали на улицах города всю ночь, чтобы утром самарцы смогли добраться до работы вовремя. Выходило у нас 169 единиц техники. Это на уборку дорожной и уличной сети и на уборку тротуаров. И порядка 120 рабочих. Задача поставлена, чтобы прежде всего тротуары были полностью обработаны антигололедными средствами, и начался вывоз снега. Очистка города от снега продолжалась и днем. На городских территориях задействовали 215 спецмашин и 3124 уборщика территорий. В том числе 120 единиц техники и 199 дорожных рабочих на улично-дорожной сети. 51 машину и 2700 дворников для приведения в порядок дворов. А парки, скверы и Самарскую набережную расчищались 155 сотрудников и 44 машины. Напомним, что ответственность распределена между муниципальными предприятиями, подрядчиками, внутригородскими районами, управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН и ЖСК. Первый вывоз снега с улиц в этом сезоне запланирован на сегодняшний вечер. И далее работа организуется в ночь на 21 декабря. Для этих целей только самосвалов предусмотрели более 70. Всего выведут около 200 машин. Напомним, снег будут доставлять на 4 муниципальных и 3 частных полигона. Максим Магомедов, Мария Левина, Николай Сидоров. События.